уважаемые жители города Ахтубинска. Я разместил в социальных группах в Одноклассниках, что я планирую взорвать пятую школу на вечер встретить с выпускниками. Но я это не планировал это делать. И в мыслях у меня не было покончить жизнь самоубийством и взорвать школу. Ну, это было недоразумение. Поэтому простите меня, пожалуйста, жители города Ахтубинска. Я все осознал, а также хочу искренне попросить прощения у моей давней подруги, что и я ее подставил, хотя она не виновата. После того, как я разместил информацию о взрыве пятой школы, я испугался уголовной ответственности и удалил аккаунт. Потом я зашел в группу, я разместил следующий пост. С собой возьму взрывчатку, взорву школу вместе с учителями и выпускниками.